Основной целью компании «Техноснаб Ульяновск» является обеспечение сельхозпроизводителей надежной и производительной сельхозтехникой, оборудованием, запасными частями. Наша компания – компания федерального уровня, представлена в более чем 10 регионах Российской Федерации. В нашем распоряжении команда высококвалифицированных профессиональных сервисных менеджеров, работают только лучшие. На выставке «День поля» в Чувашии нами представлены посевные комплексы «Фитагро», почвообрабатывающая техника от «Велес» и «Опел Агри», сеялки «Аздокин» и запасные части только от проверенных производителей и поставщиков. Основной упор нашей компании именно на сервис обращаем внимание. То есть это сервисные бригады. В данный момент их более 10 в нашей компании сервисных бригад. Также имеются склады запасных частей в регионах для более оперативного обслуживания. Наши покупатели, приобретая нашу продукцию, получают качественный сервис. Вся техника, кроме того, участвует в программах 1432 и присутствует в программе Росагролизинга. Это дает большие плюсы при приобретении техники финансовой. Новинкой компании на проходящей выставке стал посевной комплекс «Фитагро», один из лучших в своем классе. Он отличается возможностью одновременного внесения гранулированных и жидких минеральных удобрений совместно с семенным материалом. Особенно актуально это было в этом году, в период засушливого лета. Минеральные удобрения не у всех сработали, а жидкие удобрения бы, возможно, помогли бы получить более качественный урожай. Еще одной новинкой стал чизельный агрегат ЧДА-5. Универсальный многоцелевой агрегат, позволяющий за один проход подготовить безотвальным способом почву для сева зерновых культур. Техника компании «Техноснаб» – это качество, удобство, доступность от лидера рынка.